Новые услуги появились для майнеров и предпринимателей на портале е -лиценз. Это информирование о деятельности цифрового майнинга и уведомление о начале или прекращении деятельности по сбору, сортировке и транспортировке отходов. Теперь заявителю необходимо на портале заполнить заявление о необходимой мощности в мегаватт, указать количество планируемых рабочих мест, планируемые инвестиции, IP-адреса, а также информацию о месторасположении центра обработки данных для осуществления цифрового майнинга. Вход и авторизация на портале е осуществляется с помощью одноразового пароля для физических лиц. На портале в настоящее время доступны 435 услуг для физических и юридических лиц. Из них 250 услуг для физлиц можно получить с помощью мобильного приложения ЕГОВ e Мобайл.